в Ростове появился новый флирологический клуб «Best Cats Look». Последние выходные февраля этот клуб пригласил всех любителей кошек на выставку в Ростовский дворец культуры железнодорожников, больше известный в народе как «Лендворец». Приз от самой маленькой кошечки самому большому коту получает номер 28. Это Мейн-кун. Как вашего Мейн-куна зовут? Айфон. Его зовут Айфон. Это порода Мейн-кун. И самый питомник самых маленьких кошечек вручает золотую подвеску самому большому коту выставки. Великолепно подготовлена, вы уже могли увидеть потрясающий, оформленный, красивый зал наших великолепных заводчиков. Просто улыбки на их лицах говорят о том, что все удалось. И очень радостно, что на этой выставке мы приняли новую породу. Это у нас вот такие потрясающие красоты дети. Породу назвали «Скиф Той Бобы». Ну, сразу можно сказать, бобы – это наши хвостики, вот такие маленькие, красивые. То, что они той, ну, можно судить о том, что это взрослые животные. И только один детеныш у нас с вами – кот, кошка и маленький котенок. Заводчик нам предоставил все документы в полном объеме. И самое главное – есть сертификат здоровья данных животных из этого питомника по наблюдению ветеринарных врачей на протяжении нескольких лет. И мы смогли увидеть действительно великолепных представителей, очень фенотипичных, с потрясающе правильными, красивыми ушами. Необыкновенные красоты вы можете увидеть, посмотрите, васильковые небесные красоты глаза. Очень красивые шубки. И я хочу сказать, с огромным удовольствием обсудили все эксперты этих животных. Потрясающие выставочные темпераменты. На выставке была принята данная порода, и заводчику вручили сертификат соответствия данной породы. Мы надеемся, мы будем видеть на выставке. Посмотрите.